Мужчины и женщины вместе на одной площадке. В поселке Яблуновском прошел первый этап турнира на призы волейбольного клуба «Динамо» среди смешанных команд. Участники приехали со всей Кубани, а открывал соревнования генеральный директор краснодарского клуба. Это любительская лига. И самое главное, что люди любят волейбол, собираются, играют. Это своеобразный круг по интересам, что ли. Встречаются, общаются. Прекрасно. И все это через волейбол идет. Виктория Воропаева – одна из участников турнира. Она родом из Темрюка, но на этих соревнованиях представляет Новороссийск. Вика уже довольно давно играет в смешанных командах. По ее словам, гендерных проблем такой волейбол не испытывает. Мы уже привыкли к мужской сетке и к мужским передачам. Мы уже научились с ними как-то учить язык находить на площадке. Когда мы играем, мужчины себя более сдерживают. Как-то, ну, нормальное отношение, абсолютно нам все нравится, все хорошо. В подтверждение хороших внутрикомандных отношений Вика и ее друзья из Новороссийска выиграли первый этап турнира. На втором месте мужчины и женщины из станицы Новотитровская. И можно быть уверенным, они еще себя покажут. Следующий этап соревнований организаторы планируют провести через 2 месяца. И уже может быть на площадках Краснодара. Кирилл Базыльчик и Виталий Прилепский, агентство спортивных новостей, поселок Яблуновский.